Привет, подписчики и гости канала. Сегодня на небольшом обзоре компактная краудер-колонка комбоусилитель JET Audio. Традиционно выдвижная ручка, панель управления спереди, самые основные функции. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Вход под микрофон дополнительный. Корпус пластика ABS довольно прочный, что отличает два радиомикрофона хорошего качества в комплекте и пульт управления. Именно что два. Инструкция на английском языке, что тоже довольно редко бывает. Модель в высоту примерно около 40 сантиметров. Вес где-то порядка 5 килограмм. Значит, сзади вот мы видим клемма для дополнительных батарей. Кому мало основных. Здесь включается светомузыка. Светомузыка очень классно реализована, она работает под музыку, а не просто как бы от балды. Вот в произвольном виде она вот так работает, когда музыка долбит, оно как-то все энергичнее, именно вот справа и слева. Ну, что радует, что это отключаемое, потому что иногда надоедает. Вот, динамик здесь 8-дюймовый стоит, довольно классно звучит, громко, заявленная мощность 45 Вт, что для этой колоночки вполне себе классно. На этом все. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.